Сила, которая соединит белорусское общество, позволит ему быть единым, цельным и неуязвимым. Именно с таким посылом появилась инициатива по созданию новой политической партии в нашей стране. Уже сейчас идея воплощается в жизнь во всех регионах, в том числе и Бобруйске. Проходят учредительные собрания. Только от Ленинского района 7 человек. Это представители различных сфер и местного депутатского корпуса, профессионалы с внушительным опытом общественной работы. Делегат должен быть инициативным, неравнодушным. Он должен от народа быть, поддерживать все слои нашего, как говорится, населения. И педагог, и просто рабочий с завода. Поэтому активный. Ответственность большая у этих людей. Но все же они выражают, скажем, такое наше единое мнение. Вот мы, это лучшие представители, надежные наши представители, поэтому они будут выражать наше всеобщее мнение всего нашего народа и города Бобруйска в том числе. Среди делегатов и Вероника Евдокимова. Возможность представлять интересы людей директор 17-й школы принимает с особым энтузиазмом. Говорит, без активной жизненной позиции сейчас никуда. Социальные проекты и благотворительные акции от Белой Руси продвигает вот уже 17 лет. Работая эти годы в общественном объединении, рядом со мной были люди, которых можно по праву назвать настоящими патриотами своей страны. Решение продиктовано самим временем. На сегодняшний день уровень политической культуры нашего общества очень вырос. И наши люди сегодня хотят сами строить свое будущее, будущее своей страны. Делегаты от Первомайского района, а это 6 человек, уверены, партия не только станет на защиту государства и национальных интересов, но и будет решать острые проблемы. Нашей стране нужна надежная политическая опора. Народ созрел для такого шага. Костяком, несомненно, будет сама Белая Русь. Ряды пополнят также представители других общественных организаций. Каждый член Белой Руси имеет право на свой голос. Это нас объединяет для решения проблем, которые касаются жизни, социальной сферы, образования. У Светланы Вайсера за плечами годы плодотворной работы как депутата. Немало сделано и на должности заведующей 77-го детского сада. Делегат уверена, сейчас белорусы закладывают крепкий политический фундамент для подрастающего поколения. Политическая партия – это, конечно же, мощная сила. Появится возможность избираться гражданам от политической партии, и является она, безусловно, связующим звеном между народом белорусским и государством. На встречах определены первые шаги на пути к созданию новой партии, которая выразит интересы всего белорусского народа. Она станет действительно массовой и будет представлена во всех социальных группах – сельском хозяйстве, промышленности, бизнесе, образовании. Между тем, Белая Русь, как общественное объединение, сохранится. А уже 18 марта в столице пройдет учредительный съезд, где делегаты определят окончательное название, состав и программу. Затем начнется процесс активного становления как политической силы. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.